Ну, я же говорил, я сдохну, блин, ну, блин. Ладно. А перед началом видео я вам хотел бы посоветовать праздновать новый дот. Хотя, во-первых, я не советовал бы его, потому что его не надо советовать, его надо праздновать. Ну да, типа, скоро будет Новый год 2023 года, если кто помнит, я делал видео под названием «Поздравления с Новым годом 2022», а это будет 2023. Да. Ну, надеюсь, вам понравится. Но тут Новый год, поэтому будем ждать 2023. Да блин. Короче, вот, ребят. Ох, ты спуск тут же, блин. Это, ребята, игра про Соларензо. Вот, представляет. Да. Да. Неужели нам опять это меню надо слушать? Мне не надо. Походу, да. Нет. Ни за что. Нового. Добавили полный экран. Ясно. Вот он. А, ну я думал, английская игра. Ну, русская. А я русский ведь. Ну и это хорошо. Кстати, Соларейн, он так-то выглядит, мне кажется, не очень. Ладно, пусть. Я знаю Соларейна, не знаю, знаете ли вы, ну ладно. Блин, если он смотрит меня, у меня вообще яркость плохая. Он думает, почему я снимаю с телефона? Я же подключит просто. Ладно. О, голова болит. Я, о, да, хвостом умиляет. А, да. Где я очутился? В белом пустоте. Тот знал, что нельзя брать человек из незнакомцев. Вот таких незнакомцев. Это похоже из выбора уровней из Sonic Gear. О! Sonic Generation. Это, кстати, игру я знаю. Есть игра, которая называется Sonic Generation EZ. Я эту игру знаю. Возможно, мы ее поиграем. Sonic Generation EZ. Есть такая игра. Лобби. Серьезно? А я думал, любовь. Три жизни. Очки. Хорошо. Ох ты. Это, наверное, создатель. А тот прыгать. Чё? Это, наверное, он делается супер Соларином. А он может летать? Вопрос. Так ты летишь. Блин. А. Что-то так-то легко. А, кстати, вперед нельзя. Но я-то понимаю, нам надо вот сюда. В смысле. Куда? Назад, что ли, надо нажать? Да куда надо нажать? На пробел? Да? Куда? Вверх? А, ну да, вверх. Почему вверх? Ну, не понимаю я. Да, вот Соларейн хваляет мостом, ногой. Похоже, кстати, на игру Super Mario Pepper. Окей, у меня 4 жизни. Не понял, ладно. И еще одна жизнь добавит. Трайбита нельзя убить. Короче, погнали. И я сразу же сдох. Там прям идеальная речь. Чё? Он отлетает? Да, он Тейлз. Он Тейлз, ребята, он Тейлз.
О, еще одна жизнь. Сколько вот тут жизни вообще? О, нет, 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 нет. Ай-я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 й. Я только жизнь нашел. Он сдох. Блин. Давайте 10 жизней заберем, что. О, защита. Z плюс Z, чтобы летать. Да я это знаю, я только сейчас узнал. Я только сейчас узнал. Ясно. А, нет, я не сдох. О. Кольца. Да блин. Ну, короче, я плода, я сдох. А, нет. Я не сдох. А! Босс. Это у нас меч Сонит, я так понимаю. Ну, хорошо. А почему не Сонит и Дзе? Вообще с Лорен Сонитом и Дзе умеет драться. Почему не другой? Ладно. Да. О, блин, это слабо будет. А, он же еще спиндеш умеет делать. Как бы сразу показал. Ай, блин. Ну не надо, дядя. Ну дядя. 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 На, понял. Лошары. Опа. На, блин. А почему же я не смогу ударить? Потому что я слабый, наверное. Ой. Да что вы говорите, боже мой. Ой, нет, нет. А, всё, я... Я выиграл. Ребят, я выиграл, но... А с каких пор я выиграл? У меня 0 талец осталось. Что делать? Хотя это победа. Вот это да. Там я вижу хвост с Ларина полностью не пролез. Ага, супер. Кто оставил там изумруды? Неважно. Отдай их мне. Что за фигня? Кто ты? Черт убери. Твой старый знакомый. Знаете, не знаю, это что значит с Лорейном, но я его знаю. Я, наверное, думаю, с Лорейн, что тебе сейчас придется встретиться с таким одним другом, Трасноглазым. Неужели это... Да хочешь, отдам. Да, это мой Фронт Экзербис. Чё? И чё? И что сейчас будет? Опять мы в лобби находимся. А может, на этот раз можно уже идти? О, мне дали проход. Эцедуст статуэта. А дальше мне уже нельзя. Ну, короче, следующий уровень. О, у меня уже 3 изумруда есть. Уже 3 изумруда, между прочим. Смотрите, сейчас. А, тут нужно так сделать, ладно. Короче, вверх. У меня плюс новая жизнь, да. Это что-то связано с Металлом Сонитом, но, наверное, мы будем убедать это. А, ну я же говорю, да, мы будем это, ну да, я прав. Я еще знаю то, что, во-первых, надо сделать так, чтобы, во-первых, я был впереди его, во-вторых, это сделать возможно. Не, я его не обогнал. Я его по-любому не обогнал, ребят. Я, конечно, уровень прошел, но я его не обогнал по-любому. Я его по-любому не обогнал, поэтому не радуйтесь. Ой, с этим надо дать что? Плюс новую жизнь его тут дали. Но я его не ободнал, я сейчас сдохну. Ну я ж говорил, я сдохну, блин, ну блин. Ладно. Мне дали плюс новую жизнь, и я проиграл свою новую жизнь, походу.
Типа того, да? То есть у меня жизни такие остались, наверное. А, нет. Наверное, по пути. Я, наверное, спиндэш сразу сделаю. Вот. Смотрите, тогда я сделал спиндэш, я уже быстрее. Да. Таким образом. Слышь, таким-то образом ты... летаешь. Может, вообще надо сильный спиндэш сделать? Ну, да, походу. Надо самый-самый-самый сильный спиндэш сделать. Самый-самый. Опять. А, нет. Нет, на этот раз мне жизнь не дали. А что же сделать с тобой, Соня Тензен? Чтобы, ну, я-то понимаю, если я его ободоню, то, наверное... будет. Это уже второй уровень, я второй уровень пройти не могу. Прикол. Да, видите, он... я это сделал. Да? Ну, короче, я его ободнал. Да, я вот так вот и сделал. Господи, я что, издаю звуки этот Роналдо? Вот так вот. Блин, я не буду издавать звуки этот Роналдо, но вы знаете, какие он звуки издает, наверное. Все, прощай. Почему он серый? Я не знаю, ладно. Он сейчас был серым. У него было еще 4 изумруда. Серьезно? Нахуй я их взял? Может, у доктора Эдмана спирт? Впрочем, так не вернулся домой. Сори, я помогу тебе ответить на все вопросы. Это, наверное... Кстати, его Сунь Тэ Дзэ не единственный врат. У Сунь Тэ Дзэ есть еще один главный персонаж. Его босс стажем. Желтый, наподобие Тейлза, только это не Тейлз, ребят. Это Тейлз робот. Имя Тейлз Долл. Заходи в порт ангелов. Это же подозрительно. Если что, у меня есть изумруд. Хорошо. Это, понимаю, сейчас будет третий уровень. Столь тут уровни, кстати. Я надеюсь, тут не столь то уровни этот выдрессун генерачивается. Иначе мне придется делать много прохождений. Ангел. О, смотрите, вот он. Вот он наш красавец. Тут у нас... А, все. Смотрите, я иду, там уже, в принципе, танец, там уже входа нету. Это, наверное, последний уровень. У меня все изумруды зато есть. Ой, я хочу взять телевизор. Опа. Ну, короче, это кладали, остался последний уровень. Если туда пойти, уже нельзя. Ну да. Кстати. Притом, в том-то и дело. А где в парк? Ай! Что? Что? Ура! Да у меня тут... У меня сейчас 10 жизней, ребят, будет. Что, ребят, у меня 10 жизней. У меня 10 жизней. Блин. У меня 10 жизней. Я могу еще превратиться в, знаете, того? Супер Соларейна, да. Но если я соберу просто колец. А может это не по-другому. Оба-на. Посмотрите-то, сколько телевизоров. Короче, ребята, я до вас дошел. Ой. Его надо вот так вот. Да блин! Уворачиваться от его мяча, так скажем так. Ай. Я, наверное, буду только здесь стоять. Здесь халявное место.
Ну, короче, ну, тут 30 жизней. По-любому. Ну, да. Четыре жизни. Три жизни. Две жизни. Одна. А, все, он сдох. Ну, супер. Наконец-то я навалял этой тутле. Но все же, как попасть до... Ну. Что? Что происходит? Рен, что с тобой происходит? Ах, голова болит. Тот знал, что нельзя брать чего-то. Стоп! Я дома? Ох, это был сон. Все, танец. Я прошел эту игру. Хорошо, что она была не болтая, в принципе, да. Ну ладно. Титры смотреть не буду. Сразу говорю. Да. Всем удачи, ребят, всем пока.